Всем привет, друзья, и это дополнительное видео про холодмаш, так как в предыдущий раз мы не смогли залезть в цех, и это видео будет посвящено цеху холодмаша. Вот так вот, пришли сюда. Говно, жиза. Вот. Здесь получается кладовка под лестницей, которая ведет в переход. Но не видно, потому что нужен фонарь. У меня, к сожалению, все фонари разрядились. Так. Сейчас запаркурю кое-куда, окей? Запаркурил я куда хотел. Вот. Здесь никак не пройти, здесь заварено решеткой. Вот теперь пройду сюда. Здесь вот такой шкафчик. В нем можно спрятаться. От охраны, если спалят. Вот такой вот огромный цех. Классный. Эхо, конечно, в нем такое же, как и сам цех. Большое. Здесь еще вот сюда сейчас залезу. Только тягнусь здесь, пожалуй. Сейчас, друзья, увидите мой тег, как я тягаюсь. Так, получается вот так, вот так. Вот так вот мой тег. Вот, значит, тегнули, здесь путь будет. Теперь посмотрим, что же здесь. Так, залезем вот так вот аккуратненько. Опа. Так, значит. Получается, здесь было что-то связанное с электричеством. Вот так вот. Ну ладно, пожалуй, сейчас буду слезать. Но виды классные. В общем, ребят, слез. Смотрите, вот здесь вот такой телефон. Женец такой. О, господи, я их безумно ранен. Вот там только что я был. Сейчас покажу. Сфотографирую как раз. Вот там я был. О, цех, конечно, здесь огромный. Но я вам так скажу, 5 лет назад сохран здесь был намного лучше. И бомбоубежище даже затоплено не было. Вот, теперь здесь уже не такой сохран, как раньше. О, смотрите, мы туда еще можно пройти. Сейчас посмотрю, что там. Да, раньше можно было подняться, я так понял. Сейчас уже не поднимешься. И туда тоже, видимо, уже не поднимешься. Но я все же здесь пройду, сейчас смотрюсь. Здесь прикольно, так скажу. В прошлый раз мы не посетили цех, в этот раз вернулся сюда, чтобы посетить цех. Конечно, то здание тоже облазили, административное. Но цех... Ну, типа, грех его не посетить, если есть такая возможность, да? Но цех все-таки это главное было. Бочки здесь, как видите. Так, сейчас тихо. А там уже, видимо, склад, только уже рабочий. Пыль здесь какая-то серая, специальная.
Не, ну здесь очень даже интересно. Вообще классно. Так, ну что там, где там мой товарищ-то? А вон. Так. Не он, всякие теди. Тут всякие теди прикольные. Жалко, что я с собой баллончик не взял. Сейчас бы тоже дегнулся. Но царь здесь просто здоровый, просто здоровенский. Я, конечно, видел такой же по разъему цех. Но не с таким с охраном, а с более худшим. Это, кстати, из похода моего зимнего еще. Можете посмотреть. Вот. Кстати, здесь тоже прикольно. Там еще какие-то тоже помещения. Ой-ой-ой, на какую-то грязь наступил. Фу, как будто в говно вляпался. Ой, господи. Дальше я, пожалуй, сюда пойду. Чекну, что там. Птицы здесь летают. Я, кстати, был на крыше этого цеха. Но вот в цеху я не был. Вот сейчас зато теперь бываю. Смотрите, какие-то остатки оборудования. Что-то здесь пооставалось даже. От оборудования всякие ящички. Эти детали всякие. Запчасти. Сейчас посмотрим. В общем, друзья, мы немного разделились, типа, мой друг там, а я вон туда пойду. Вот. И до этого было наоборот. И здесь реально прикольные. О, опять остатки от оборудования. Вот. Здесь реально, типа, круто, прикольный цех. Чего ж мы в тот раз-то не стали в него идти, сходили бы. Но в тот раз нас полили много раз. Поэтому вот мы и не стали тогда идти. Сейчас-то чего ж не сходить. Эхо просто по всему этому цеху. Вот здесь бочка, что-то на нее упало, видимо. Остатки птицы. Красивые граффити здесь. Вообще классные. Ящик лежит. Хороший, кстати, ящик. Как в сталкере. О, господи, здесь какие-то остатки топлива, мазут какой-то. Сейчас еще туда пройдусь. Он оттуда может прийти или спалить, увидеть охранник, поэтому лучше перед этими воротами не палиться. Так, я что ли в другом месте уже? О, господи, здесь опять какое-то говно. А, нет. Опять что-то какое-то. Погодите, это мазут или это вода просто с таким оттенком? Вода. Ящики здесь всякие. Остатки оборудования. Ну там я был только что. Ну, а здесь, видимо, было что-то типа КПП. Сидел здесь какой-то челик и никого не пускал. Или наоборот, всех пускал. Да, я сначала что-то не хотел снимать, типа, про этот цех такой, да, типа, да, ну, я здесь уже был, да и памяти мало, а что-то сейчас прям... В общем, да, памяти было мало. Так, вот будем, пожалуй, аккуратничать, потому что лучше на носочках такая... Видите, как там говорится? Как говорится, лучше на носочках находиться, чем охране с полицией. Че за бред? Ну так-то реально, чушь. На носочках находиться, чем охране с полицией.
потому что он иногда вон там входит, может здесь пылить, если кто-то будет. Вот я сейчас прям рискую. Мне надо посмотреть, не идет ли там хреник. Ладно, хрен с ним, с вот этим помещением. Пойду лучше вот здесь вот чекнуться. И пойду к своему другу. Потому что вот там очень рискованно. Там не только хреник может быть, но еще и рабочие. Я сам по себе аккуратно. Поэтому... Ну, вот здесь можно по плитам забраться наверх, но... Там ничего интересного по-любому наверху. Вот еще железка. Ну да, тут... Получается, вот и все с цехом-то. Сейчас еще кое-что сфоткаю прикольно. Ай-яй-яй. Здесь очень классно, я так скажу, мне вообще нравится. Вот эту дверь надо сфоткать, потому что выглядит классно. Блин, солнце. Ну все получается. Всем пока.